Шалом, дорогие друзья! У нас 8 Сивана, и мы будем сегодня с вами говорить про веру в Творца. И пусть сегодняшний урок, его святость, будут для поднятия души Милия Батрахель. Итак, Тора нас учит одному важнейшему уроку. Наверное, один из самых-самых-самых важных уроков. Тора в наших недельных главах, мы с вами учим книгу «Бамидбар». Тора рассказывает про все колена, 12 колен израилевых, как они были расположены и какое их количество. Давайте немножко обратим внимание на один удивительный факт. Тора нам рассказывает, что у Якова было 12 сыновей. И одного из этих сыновей звали Дан. И у этого Дана был всего лишь один сын, и то глухой. Один ребенок-инвалид. Как же грустно, когда, например, его брат, скажем, Беньямин. У Беньямина было 10 сыновей. И вот, когда они шли в синагогу, Беньямин идет, вокруг него 10 богатырей. Красивые, здоровые мальчики, которые учат Тору, служат Всевышнему. Какая большая, красивая семья. И рядом с этой семьей идет его брат Дан. И за ручку ведет одного ребенка, и то больного, который ничего не слышит. Когда 10 сыновей Беньямина могут наслаждаться пением кантора в синагоге, могут наслаждаться уроком раввина, то сын Дана, он ничего не слышит. И вы скажете, какая грустная картина. Всевышний, за что ты так наказал Дана, что ты одному посылаешь 10 сыновей, и слава Богу, пускай будут у него 20 и 30. Но почему ты Дану дал одного глухого? Ну почему, ну как же так? Ответ? Ответ мы учим в книге Бамидбар. Через несколько поколений, когда евреи уже выходят из Египта, уже получили Тору и находятся уже в пустыне, Тора говорит нам, а давайте-ка подсчитаем. Давайте, подождите, не спешите. Где был Бог? Почему Бог дал Дану одного, а этому 10, у этого глухой, у этого здоровый? Подождите, подождите. Говорит нам Тора, колено великого сына Беньямина, сына Якова Беньямина, насчитывает 35 400 человек. Это, в принципе, такое вот среднее по количеству колено. 35 400 мужчин вышло из одного Беньямина, сына Якова. Потрясающе. Читаем дальше. Говорит нам Тора, а количество у колена Дана, помните, у которого был один глухой сын, 62 тысячи. Почти в два раза больше выросло колено Дана. Колено Дана – это второе по численности колено. Первое колено Иуда, царский сын. Но Дан занимает второе место. И тот глухой мальчик, которого мы так жалели, про которого мы не понимали, ну Всевышний, за что? А не надо спрашивать, за что. Подождите, как говорят на иврите, саванут. Подождите немножко. Wait, рега. И что? И ты увидишь, что этот мальчик, из него выйдут 62 тысячи человек. У Всевышнего есть четкая-четкая бухгалтерия. Он никого никогда не наказывает. И когда Дан шел в синагогу с этим одним мальчиком, он вообще не был грустным. Он радовался, что у Беньямина 10 мальчиков. Но он радовался, что у него есть один. Один больной. Ну и что? Всевышний мне поможет, говорил Дан. Он верил, он знал и молился. И Всевышний послал Дану 62 тысячи человек в его колене. А у Беньямина было 35 400. В два раза больше потомков у одного, чем у 10. Поэтому никогда, никогда не нужно оставлять веру в Творца. Никогда не нужно оставлять надежду, а всегда нужно понимать, что Всевышний о нас заботится. Вы знаете, есть удивительная-удивительная притча. Попадает человек после своей жизни в этом мире, 70-80 лет, царь Давид сказал, мы здесь живем, максимум там 100-120, и вот он попадает на небеса. И ему показывают его жизнь. И говорит ему Творец, смотри, вот видишь, тут два шага идут, шаги такие, это твои шаги, а рядом еще два, это я с тобой за ручку иду. И ему показывают, как вся его жизнь, это четыре шага. Два шага это его ноги, а вторые два шага это Всевышний идет рядом с ним.
И вдруг этому человеку показывают, что когда были самые сложные моменты в его жизни, когда, не дай Бог, умирали родные, болели его дети, его увольняли из работы, у него что-то украли и так далее, все беды, которые, к сожалению, у нас есть, вдруг этот человек видит, что на этой карте всего лишь одна пара шагов, всего лишь две ноги идут. Всевышний, который шел с ним рядом, когда было две пары следов, вдруг, когда происходят самые большие неприятности, есть только одна пара следов, Всевышнего нету рядом. И он начинает плакать, и он говорит: Всевышний, что же ты меня бросил? Одна пара шагов, когда мне было так сложно. Как же ты мог меня оставить? Отвечает ему Всевышний: ты не понимаешь. «Это пара шагов моя», — говорит Творец. «Когда тебе было тяжело, я тебя на руках нес, это мои следы. Ты был у меня на руках, это твоих следов не видно». В самые тяжелые моменты Всевышний с нами. Есть такой стих «Имо анухи бецара». «Когда тебе плохо, Всевышний с тобой». Это самый-самый сильный контакт с Творцом. И Всевышний нас несет на руках, когда нам сложно. И у Дана родился один больной ребенок, но колено Дана почти самое многочисленное. 62 тысячи человек. Огромное-огромное колено. Никогда нельзя терять веру. И когда нам очень тяжело, когда нам страшно и больно, нужно знать, в эти моменты Всевышний нас несет на руках. Спасибо огромное за внимание. Всем шавуа тов!